Нападающий КНИТУ КАИ номер 10 Илья Арапов. Почему после тебя команда начинает забивать? Считаешь ли ты себя неким лидером или у тебя просто счастливые десятки на шортах? Нет, не считаю. Это дело всей команды. Общие труды просто вливаются в голы. В Крымске немножко нам не везло. Мы читали много комментариев про первый тур. Очень неприятно было читать то, что в нас совсем не верят и недооценивают. Теперь будем доказывать и бороться в каждом матче только за победу. Лидером не считаю, это труды всей команды. А какова вероятность, что мы поднимемся в верха турнирной таблицы? Сложный вопрос. Мы верим только в 100% результат. Значит, 100% вероятность, что все получится, если будем стараться.